Сегодня перед губернатором Свердловской области Евгением Куйвышевым стоял один исключительно концептуальный вопрос о том, что из себя будет представлять уже 8-й по счету международный форум 100+ технобилдинг, который должен с 5 по 7 октября пройти на площадке Екатеринбург-Экспо. Среди ключевых тем форума – это энергоэффективность, зеленое строительство, инновационные материалы, технологии, BIM-проектирование, а также развитие транспортной инфраструктуры и современные подходы к формированию комфортной городской среды. Ну и, конечно, нормативно-правовое регулирование строительной отрасли. На заседании организационного комитета форума решалось, какая концепция выставочно-деловой части, как решаются орг-вопросы, каким образом будет осуществляться финансирование и как планируется обеспечить эпид-безопасность гостей и участников. Вопросы эпид-безопасности – это ключевые вопросы проведения, поэтому прошу на это тоже обратить внимание. Ответственный секретарь оргкомитета и исполнительный директор гильдии строителей Урала Вера Белоус рассказала, что, цитата, «В планах деловой программы форума в 2021 году предусмотрено 100 секций и застройка 9 залов. Значительная часть мероприятий запланирована в офлайн-формате. Часть секций, особенно с участием иностранных спикеров, пройдут в онлайне. Традиционно в рамках 100+ технобилдинг пройдут форумы одного дня. Среди них форум BIM-технологий, форумы деревянного и стального строительства и другие». Конец цитаты. Невозможно не обратить внимание на то, что избранная для проведения 8-го международного форума 100+ технобилд площадка Екатеринбург-Экспо в свое время возводилась именно для проведения иннопрома, быстро ставшего важнейшим событием и федерального, и уже международного масштаба. Этим совпадением дело ограничиться не должно. Мероприятие, которое 8 лет назад в виде сугубо городского форума по строительству и эксплуатации высотных и уникальных сооружений было создано по инициативе строительного сообщества Екатеринбурга, уже выросло в событие, на котором выступают звезды мировой архитектуры, какому мало равных по масштабу во всей отрасли. Наш форум крупнейший в России, инженерно-строительный конгресс, по сути его масштабы сегодня и значимость сравнимы с иннопромом. За предыдущие годы мы наработали большой опыт организации проведения мероприятий. Это позволило заручиться поддержкой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. И в ближайшее время мы ожидаем проведения федерального оргкомитета по подготовке технобилд 100+.